Итак, мы находимся на странице выбранного вами товара. Вы ввели свой корректный email адрес, на который будет высылаться ссылка для скачивания оплаченного товара. Нажали кнопочку «Запомнить». Теперь мы будем оплачивать каким-либо способом. Допустим, вы хотите оплатить при помощи мерчанта SprayPay. Нажимаем соответствующую кнопку, на которой написана сумма оплаты. Мы попадаем на страницу мерчанта SprayPay. Здесь мы видим, что этот сервис предлагает массу вариантов оплат, из которых можно выбирать. Здесь есть несколько закладок, где оплаты разбиваются на подраздел электронные системы, денежные банковские переводы типа Western Union, платежные терминалы, SMS-платежи в данном случае не активированы. Допустим, вы хотите оплатить при помощи перевода «Контакт». Многие банки, в данном случае российские, поддерживают такой перевод. Это мгновенный перевод, деньги в течение дня поступают на счет продавца. Вы приходите в отделение банка, заполняете бланк, отсылаете сумму, вам дают специальный контрольный номер перевода, который вы должны сообщить продавцу, в данном случае мерчанту, и ваши деньги буквально в течение нескольких часов поступают на счет. Итак, мы выбираем способ «Контакт», рублевый. Здесь видно, в пользу кого производится оплата, название магазина, сумма оплаты, назначение платежа, это название оплачиваемого вами товара, ну и здесь ваш email. Вам нужно поставить галочку «Я прочитал и согласен с условиями оплаты». И далее нажимаем кнопочку «Оплатить». Здесь вам выдаются инструкции, как, при помощи чего можете сделать такой перевод. Вот по этому адресу можно открыть. Здесь есть полный список всех пунктов, где принимаются переводы «Контакт». Вы можете здесь найти свой город, свою страну, но в данном случае мы говорим о рублевом переводе, то есть это Российская Федерация. Здесь вы можете выбрать свой город и найти, какие отделения банка работают с данным переводом. Заполнить вот этими данными бланк. После того, как перевод будет сделан, кассир выдаст вам уникальный номер перевода, который вам нужно будет ввести на вот этой странице, одному номеру. Эта ссылка для ввода кода будет продублирована вам на e-mail, то есть не обязательно сохранять эту страницу, да, и ждать, идти в банк, платить, потом возвращаться. То есть эта ссылочка придет вам на e-mail. Вот, после того, как вы сделаете оплату, вам нужно будет фактически только ввести сюда этот номер кода, нажать «Сохранить». Как только деньги попадут на счет продавца, Merchant SprayPay даст команду магазину, и он вышлет вам на указанный вами e-mail ссылку для скачивания товара. То есть этот метод оплаты не онлайн, а офлайн, так называемый. То есть оплата происходит не мгновенно, а с некоторой задержкой. То есть то же самое происходит при оплате почтовыми переводами, банковскими переводами. Соответственно, время оплаты может варьироваться. Как я говорил, для такого перевода «Контакт» это достаточно быстро, там в течение нескольких часов или суток. Почтовые переводы могут идти дольше. Если у вас там произошла какая-то задержка, какая-то проблема, вы всегда можете обратиться к администратору магазина по ссылке «Контакты». Обычно во всех магазинах есть такая вот контактная форма, где вы можете отправить письмо администратору, заполнить свои данные, написать номер перевода, написать подробности, когда, каким образом вы платили, и ваша проблема будет решена, если она возникнет. Обычно, если четко следовать инструкциям, которые выдает магазин, то все происходит в достаточно автоматическом режиме.